обстановка к этого, ну, компрессора, кондиционера, подключения. Вот у нас новые шланги опрессовались, тут шланги опрессовались, там шланги новые опрессовались. Сейчас будем подключать. Кондиционер будет работать, да? Куда он денется, да? Куда ему деться? Так, заменяем лобовое. Будем ставить новое. Рамка целенькая, нормально все. Под лобовым. Так, друзья, сняли шкаф. Будем ставить сюда холодильник. Придется пожертвовать шкафом. Так, друзья, смотрите, давайте уже запишем финишный ролик по этой машине. Смотрите, машину закончили практически, все закончено у нас. Давайте покажу, что у нас получилось на финише с данным автомобилем и какой я хотел показать вам сюрприз. Я же говорил, машина с сюрпризом. Так, давайте, может, кто не видел обзор ремонта этой машины, вкратце расскажу, что на ней сделано, пройдемся. Так, получается у нас здесь... Это у нас машина называется белый, стильный белый лебедь. Что на ней сделано? Замена двигателя на Detroit 12.7 без EGR. Стоит контрактный. Разбирал, собирал. То есть проверенный, все, с мотором все четко. Ну, то есть он уже собранный, все. Также стоит новое сцепление. Ну, все сделано. По технической части ролик есть. В общем, я думаю, я ссылку приложу, вы посмотрите, что на машине делалось. Также у нас... Редуктора перебирались, тормоза, в общем, вытаскивались с редуктора, все делалось. То есть машина, как всегда, техничка у нас, все сделано, она на гарантии 6 месяцев по технической части машины у нас. Давайте пройдемся, покажу, что сделано из допов, да, что мы доп сюда сделали. Вы знаете, я сейчас начал работать уже без задатков, без предоплат, и стал делать уже так, как я хочу, да, грубо говоря, как мы видим эту машину, скажем так. Что мы сделали допом? Допом мы сделали. Вывели резетку 24 под АБС, под прицеп. Также эти АБС машины весь работает, кстати. Новые шланги бросили, видите, мы поставили быстросъем, а обратная часть его лежит в машине на прицеп. Вдруг человек просто бывает, люди покупают прям сразу же прицеп, приезжают к прицепу, а там палмы стоят, ну, другого образца. Он перекрутил новый, поставил и поехал. Ну, в кабине все это лежит непосредственно для... покупателя. Так, что мы сделали? Сейчас покажу мотор. Так, потом пройдем по салончику, все покажу, что у нас там получилось, что мы поставили доп. Так, вот и наш прекрасный двигатель. Двигатель Detroit 12.7, говорил уже. Мотор, на самом деле, мне очень понравился. Я на нем, ну, разобрал. Я его, в принципе, разобрал, собрал. То есть мы сняли головку, показал совсем поршневой, вкладышей. Все на канале есть. Мотор масло не жрет. Мотор практически не сапунит. А у них, кстати, алюминиевый поддон на Детройте стоит. От контрактных такие поддоны стоят. Что еще по нему могу по двигателю рассказать? По двигателю вообще нареки нет, честно. Вообще. То есть он проверен на гарантии, все нормально. Так. Что-то еще. Восстановили весь кондиционер. Получается, мы все шланги новые поставили, заправили. Сейчас кондиционер полностью штатный, все работает. На этой машине абсолютно все. То есть завод мы проверяли, все холодит, все как положено. Штатный кондер, все работает. Смотрите, что мы сейчас сделали допом на этой машине. Такой сюрпризик. Сейчас я вам покажу. Мы сделали на этой машине. Это, скажем, наш первый такой проект. У нас уже вторая машина делается, тоже на него устанавливаем такую же процедуру делаем. У нас вторая машина вообще там будет, скажем, спецпроект. Там 780-я Volvo. Ну, в общем, смотрите, что мы установили на эту машину. Так, сейчас покажу салон. Ну, покажу допы, которые мы поставили. Так, смотрите, салон. Он был изначально в таком состоянии. Салончик, ну, на мой взгляд, достойный. Он, в принципе, стоит в заводском исполнении. Смотрите, вкратце вот так вот покажем. Все, что здесь сделано, все это, как бы, она ближе к заводу, да? То есть все заводские обшивки, все как положено. Так, мы допа поставили сюда холодильник. Холодильник, смотрите, 12-вольтовый. Убрали шкаф, в общем. У нас холодильник сейчас часто будем ставить на машины. Получается...
работает четко, год гарантии, то есть по холодильнику вообще проблем нету. Так, получается у нас, смотрите, что поставили мы еще. Мы поставили вот такой вот сюда планшет. Это, друзья, это не просто планшет. Это не просто планшет, сейчас я буду показывать его функции. Здесь, конечно же, у него, ну, непосредственно, да, у него здесь стоит, ну, здесь у него все программы, YouTube, конечно же, навигатор установлен, ну, это как обычно, да, то есть, чтобы вы смотрели, кстати, мой канал, заходили, вот, YouTube. Давид, иди сюда, садись, покажем функции, иди сюда, на правую сторону, садись. Да, садись, сейчас будем показывать функции этого планшета. Это будем сейчас ставить, наверное, такие, не на все машины, да, то есть это новое такое у нас, скажем, это и борт-компьютер, грубо говоря, и планшет универсальный. Сейчас мы покажем его функции, которые у него есть на этом планшете. Очень хорошая штучка, у нас давно эта штука есть, уже год-полтора, честно, мы не устанавливали его. Почему? Потому что не было заказов, да, вы знаете, мы же раньше делали по заказу. Держи телефон, я буду сюда садиться и сюда показывать. Вот здесь, чтобы было видно его. Видно? Да. Так, смотрите. Здесь стоит программа такая, называется Браво Диагностик. Так, заходим сюда. Идет загрузка, да? Сейчас покажу функции этого планшета, как он будет у нас функционировать. Да, вот так сделаем. Сейчас он загружается. Смотрите, вот так он у вас загрузился, показываю функции. Вот это у нас, грубо говоря, он дублирует щиток приборов, да, то есть наш. Смотрите, здесь также замок включенный. Сейчас завожу машину. Он также показывает обороты мотора. Сейчас покажу вам. Это у него литр в час, пока он еще холодный, 3 литра в час, но он будет сейчас понижаться. У нас давление, закрой дверь, закрой дверь. Держи, держи. Так, смотрите, показывает давление, температура 26 градусов по Цельсию непосредственно. Смотрите, это показывает педаль газа. Показываю. Вот процент надо, ну, сколько газулька работает. Видите? Вот. Это у нас надув турбины, обратите внимание. Внизу в турбины показывают. Здесь также в этом планшете что есть? Очень много функций. То есть это как борт-компьютер данного автомобиля. Так, заходим. Здесь у нас пробеги. Все, что хотите. То есть все расход топлива. Средняя скорость там. Ну, получается 29 километров. Все, абсолютно параметры есть. На этом сейчас еще покажу. Можно считывать ошибки. Так. Вот, заходим, ошибки считываем. Видите, активные, неактивные, показываю. Активных ошибок нет. Сейчас я вам продемонстрирую, что ошибки появятся. Выходи на улицу к мотору, мы сейчас фишку снимем. Да, выходи на улицу, да. Так, показываем. Так, держи. Сейчас мы его... Сейчас я сниму датчик с надува турбины, фишку. И посмотрим ошибку, что он видит ошибки непосредственно. Я датчик убрал, смотрите, с надува турбины. Показываем, где, как бы видно, вот так, свети сюда, вот так, ставь сюда. Так, показываем. Вот, заходим, ошибки. Видите, низкое давление в обстановке коллектора левый ряд цилиндров. Но он так переводит эту ошибку. То есть он ошибку эту увидел, видите, получается. Ну, то есть заходите, это как борт-компьютер, также все показывает, чтобы такого у нас ноу-хау есть. Видите, и надув турбины, он, ну, глючит, как бы, он не понимает, что с ним происходит. Потому что фишка снята. Сейчас покажем еще функции на этом планшете. Держи. Итак, друзья, давайте я вам расскажу свои ощущения езды на этой машине. Машина тянет, что сумасшедшая, мягенькая, управляемость четко вообще. В салоне относительно тихо, да? Как даже окно у нас приоткрыто. Классно автомобиль получился. Смотрите, давайте покажу я. Да, я покажу, как оно ускоряется. Едем мы на 10-й передаче. Трансмиссия более у него такая, ну, средняя, скажем так. Не тяговая и не скоростная. Смотрите ускорение. Вот у нас здесь тоже есть.
не знаю, не видно, что там кондиционер. Вот, пока здесь. Смотрите, кидаю газ в пол. Поехали. 110, 120, 130, 140. Ну все, что есть, положил. Все. А вот 140, оно светит. Держи, да? Да, вот. Вот так вот. Так, друзья, сейчас покажу, как машина ускоряется. У нас вот так вот держит, чтобы солнце не освечивало. Показываю ускорение данной машины. Смотри, педаль газа, обратите внимание. Вот процент 80, 90, 100% плюс газа. Надув турбины. Две атмосферы турбины надувает. Видите, он километраж показывает не в милях, а в километрах. Сейчас покажу еще ускорение данной машины. Машина просто зверюга, я не знаю, ускорение, что ракета. Так, расход 32. Но он сейчас будет падать, потому что он на холостых тарахтел. Все, газ пол на 10, поехали. Смотри, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Все, завязано. 160 больше не идет, друзья. Просто ускорение, зверь. Машина тянет, что дурная, друзья. Офигенно, да, едет? Да. Все параметры давления, все видно вот здесь. Так что вот так можно ехать на этой машине. Это ноу-хау наше, друзья, что я могу сказать. Новинки всегда вырезаем. Мы всегда, кстати, совершенствуемся, мы на месте не стоим. Очень много планов, очень много проектов. А едет на самом деле классно, мягко. Вообще, вот, ну, четко, не знаю, мне нравится. Volvo, это весь Volvo, что там говорить. Давление, моторе, все нормально. Так, мне все устраивает, вот машина едет. Коробка мягенько работает. Сделано на машине, друзья, очень много всего. Очень, вы не представляете. По передку тормоза, сзади тормоза, все, все, что надо, все машина получила. Там ролик полностью подробный есть. Что с ней делать, не делалось. Ну, вся ходовка. Двигатель, все сделано. Мотор, на машине мы уже проехали. Около тысячи, ну, на 1500 мы на ней уже прокатали сами на этой машине. На моторе утечек нету. Щуп как стоял, так и стоит на месте, все. Ну, все меня устраивает. Так, друзья, обратите внимание, хотел показать вам расход в реальном, ну, сколько машина есть, может, в виде реальном режиме, сколько, какой расход на машине. Смотрите, при скорости 90 км в час у нас расход 17 литров на голове. То есть, если вот так вот ехать, если газульку держать в одной паре, 16 литров, 19, 18, то есть на голове такой у него расход, представьте. То есть можете видеть, сколько у вас расход фактически, да, то есть сколько машина есть. Кстати, вот уже покатались, расход упал у него 28, видите, на голове. То есть будет падать потихоньку, потому что на холостых стояло, а сейчас он, ну, ловит среднее значение. Прикольная штука, кстати, это наше нововведение. Мотор, зверюга, смотрите ускорение, 120, 130, 140. Друзья, у кого, допустим, есть желание заказывать, кто-то хочет, можем вот этот планшет, ну, грубо, врезать вот сюда вместо щитка приборов. То есть он будет здесь быть, ну, как вместо щитка приборов. Также он может работать спокойно, то есть с функциями, ну, полноценно, вот как он есть, так и будет вот здесь у вас быть. Ну, мы сделаем как доп, скажем, это более как доп-функция, да, то есть дополнительная в машине. Мы в штат не хотим в штатное врезаться, но при желании можем, конечно, сюда врезать его. Вот этот планшет. Так, друзья, давайте я более чуть подробно покажу, как работает наш планшет и как он вообще включает. Смотрите, он включается у нас от замка зажигания. Мы сделали так, что он работает, когда есть питание. Сам этот, не планшет, а сама эта программа. Так,
Вот и наш планшет. Его надо подключить. Он сейчас автоматически найдет его. Заходим в программу. Подключиться. Так, переподключиться. И вот он. Все, у нас открывается. Смотрите. Здесь что есть в этом борт-компьютере, да, то есть как щиток работает, средний расход, ну, то есть 28 литров на 100, вот расход у нас поймал он средний, когда мы катались, получается. И заходим, здесь есть у нас всякие функции, друзья, все, что тут необходимо. Так, заходим. Это все данные, то есть пробег, ну, все сейчас параметры, то есть все он будет сейчас нам показывать. Уже диагностику, к диагносту не надо ехать. Вот, пожалуйста, смотрите. Пробег 1 400 000, моточасы, сколько топлива съел, средняя скорость, средний расход 37,2 показывает, но это, наверное, что-то он многовато показывает. Потом всего топлива, сколько съел. Это, в общем, все вот мозги на моторе, что есть, он, получается... Это он за все вот этот, за весь вот этот километраж, получается, показывает. Ошибки, заходим. Активных нету, но я показывал, что он работает. Заходим. Детройт, 4-е поколение. Ну, в общем, вот такая вот штучка есть. Также планшеты, конечно же, используются у нас будет. Может использоваться как просто планшет. Тут все навигации, все, мы установили все программы. Все, что необходимо, все есть. Так, сейчас давайте я покажу, как он у нас. Ну, как обычно, он на андроиде, тут все, в принципе, у него есть. Также, смотрите, тут у нас все YouTube, навигатор, то есть. Заходите, берете планшет, ложитесь в спалку, нажимаете YouTube, включайте мой канал и смотрите. То есть, ну, вот такое, скажем, универсальное устройство, которое может вам помочь в дороге. Так что... Кому надо, то есть, если машину кто хочет, даже у нас не везде эти сейчас стоят, но человек захочет, Сергей, установи мне планшет с борткомпьютером, то есть, все как пока, ну, как вот здесь. Это все мы установим, не проблема. Так что, все, у нас все работает. На самом деле, такая эта штучка очень хитрая такая, со своим блоком, со всем, но все работает. Давайте заведу, наверное, покажу. Прогрет у нас 37 градусов. Вольтаж, вот он. Давление, надув турбины еще раз. Педаль газа, вот газульку давлю в пол, смотрите. 100%, видите? Все, давление показываю в килопаскалях, обороты. Надув турбины. Расход у нас литр... в час, он когда нагреется, у нас расход будет литр и два, где-то 1,2 в час где-то показывает. Просто не до конца прогрет у нас, вот там 35 градусов. Ну все, все. Такое вот у нас получается доп. Оборудование. Ну что, друзья, вот такой у нас автомобиль есть в наличии. Кого заинтересовало, обращайтесь. Машина зверь получилась, на мой взгляд. Конечно, я как свидетель технической части, у нас акцент на техническую часть. Но, видите, вводим все-таки новые вещи, которые, я думаю, кого-то, может, заинтересуют. Вариантов очень много, друзья, на самом деле. Будем эти, вот эти, кстати, борт-компьютеры можем ставить на любую модель. Не только на Volvo, на Freightliner, без разницы. То есть кого, у нас это все уже налажено, скажем, весь проект. Это вот вещи, кстати, были у меня давным-давно, еще года полтора назад. Просто не ставили, потому что люди не заказывали. Раньше мы работали по заказу. Сейчас я большинство работаю тут по факту. Вот она, машина готова. Пожалуйста, кому понравилось, весь процесс ремонта, все будет на канале, все есть. Кому понравилась машина, звоните, покупайте, что могу сказать. Также гарантия на все абсолютно. У нас получается полгода машина на гарантии вся. Так что офигенный аппарат, на мой взгляд, получился. Кстати, меняли подушку, в ролик не попало, да, потому что одна была больше, одна меньше. То есть много чего сделано, друзья. Но она на гарантии, все сделано. Это надо быть глупым человеком, чтобы сделать плохо машину и дать гарантию, да? Как вы думаете? Ну все, вот такой автомобиль, друзья. Кого заинтересовал, обращайтесь.
Всем пока. Самое главное, не болейте и мирного неба над головой. Остальное все мелочи в жизни. Всем пока. It's never